Приветствую вас, дорогие друзья, на канале. В сегодняшнем ролике я хочу вам представить новый китайский автомобиль, а именно электромобиль BYD Tang 2021 года. И автомобиль, конечно же, у нас рестайлинговый. Заявленный запас хода у данного автомобиля 500 километров. Вес автомобиля 2,5 тонны. Главное преимущество данного электрического автомобиля заключается в том, что автомобиль полноприводный и имеет две батареи спереди и сзади. Логотип BYD расшифровывается как Build Your Dreams – создавай свои мечты. Ну или строй, конечно же, свои мечты. Но помимо интересного названия, сам бренд BYD очень известен среди электромобилей и занимается также производством электробатарей для электромобилей. В данном автомобиле стоит не обычная литий-ионная батарея, а литий-железо-фосфатная батарея емкостью 82 кВт-часа. Автомобиль длиной 4870 мм, ширина 1950 мм, высота 1725 мм и колесная база 2820. Вот так выглядит салон электроавтомобиля BYD Tang. Давайте мы с вами и засечем самый интересный момент – пробег. А пробег у нас оставшийся на 321 километр, и сейчас у нас осталось 63% заряда. Посмотрим, сколько израсходует заряда батареи просто включенный автомобиль с вентилятором печки. Время сейчас 4 часа по автомобилю, и мы засекаем. Начнем мы наш с вами обзор с экстерьера данного автомобиля. Передняя часть автомобиля встречает нас интересным иероглифом, который обозначает название модели Tang. Автомобиль комплектуется полностью камерами 360, но о цене данного автомобиля вы узнаете в конце данного видео. Обратите внимание, полностью светодиодная оптика, даже несмотря на то, что автомобиль лишен противотуманных фар, два блока с линзами, крайне правый идет блок ближний и дальний свет, секция слева включается при поворотах, когда вы крутите рулевое колесо. Тогда с помощью данной секции вы видите подсветку в поворотах. Отличное решение, так же, как делают Peugeot Citroën. Автомобиль лишен теплых опций, но обогрев сидения и вентиляция сидений у него есть. Но обогрева щеток и лобового стекла, к сожалению, нет. Но заднее стекло и боковые зеркала имеют нити обогрева. Клиренс у BYD Tang заявленный 22 сантиметра, но по факту самая низкая точка автомобиля является его батарея, так как он полностью электрический, и в минимальной точке клиренс данного автомобиля 171 мм. Диски у данного автомобиля 20-е, а именно 20-й диаметр дисков. Имеется вентиляция. Идет прорезь, которая с помощью аэродинамики дает нам возможность охлаждения суппортов. Суппорта передние Brembo. Задние, к сожалению, в данной комплектации неизвестного производителя. Передние и задние тормозные диски имеют полностью перфорацию. Автомобиль очень хорошо управляется. Мы тут смогли проехаться по территории и убедиться даже в такой сильный гололед. Резина стоит обычная, не шипованная. Тормозит он просто превосходно. Разгон до сотни составляет 4,4 секунды. Конечно же, это на бумаге, на деле надо проверять. Обратите внимание, по сборке я сейчас просматриваю этот автомобиль, и, честно говоря, я немножко удивлен. По качеству люфта капота никакого нету. Максимум, к чему можно придраться, это вот, допустим, вот тут сильный зазор. По этой двери здесь ровный зазор. Здесь чуть-чуть побольше. Давайте посмотрим с другой стороны. Да, здесь тоже очень сильно выявлен зазор капота, и здесь он немножко нарушен. Но это на самом деле такие мелочи, потому что в целом автомобиль собран из очень качественных материалов. Смотрим, тест Chery Tiggo 8 Pro. Пытаемся максимально расшевелить задний спойлер, он стоит намертво. Никаких проблем нету. Также хочу отметить, что зазор задней двери багажника минимальный. В плохую погоду, в снег, лед не будет здесь останавливаться, и вам будет удобно, хорошо открывать заднюю дверь багажника. Задняя оптика тоже светодиодная. Выглядит автомобиль очень эффектно. Конечно же, очень напоминает Porsche Panamera. В данной комплектации у автомобиля есть бесключевой доступ на передних дверях. Конечно же, слепые зоны в зеркалах. Зеркала
в автомобиле очень удобные. И, друзья, давайте я вам покажу очень интересный момент. В автомобиле используется двойной стеклопакет. В автомобиле сделано все очень герметично. Есть дополнительный контур уплотнения в начале задней двери. Поэтому при закрытии дверей никакая вода и влага не будет попадать в автомобиль. Давайте покажу еще переднюю часть. Да, здесь стоит точно такой же уплотнитель. Здесь стоит тоже дополнительный уплотнитель. Также хочу отметить, что двери в автомобиле полностью штампованные и не имеют сварных швов. Закрываем наш автомобиль. Вот так выглядит брелок смарт-ключ данного автомобиля. Во-первых, всегда можно найти на парковке данный автомобиль, нажав кнопку блокировки. Нажимаете два раза, машина показывает, где она припаркована. Удобно. Если нажать на долгое открытие автомобиля, включается режим проветривания. Закрываем наш автомобиль, и все стекла закрываются автоматически. Есть дистанционное включение двигателя. Зажимаете кнопку, и наш электроавтомобиль уже завелся. И, конечно же, автомобиль оборудован сервоприводом багажника. Сейчас я нажал кнопку открытия сервопривода. И автомобиль-то у нас 7-местный. Итак, друзья, идем дальше по нашему автомобилю. Рейлинги в автомобиле используются настоящие. Можно перевозить грузы, автобоксы, либо велосипеды, но чтобы груз был не больше 50 кг. Такое есть ограничение. В данном автомобиле нельзя разместить фаркоп. По инструкции это запрещено. Отличная теплая опция в данном автомобиле — это скрытый от снега задний дворник. Он всегда у вас будет чистенький. Дальше, друзья, идем по зазорам. Бампер состыкован максимально идеально. По дверям я вам сказал, в принципе, это не так критично. В каждом автомобиле могут быть немного разные зазоры, но здесь все сделано приемлемо. Опять же, нету таких моментов, как на Кулрее, где одна дверь может быть выше другой. Здесь все прекрасно. Конечно же, камеры 360 расположены вот таким способом. Есть подсветка и при включении автомобиля. Ночью будет подсветка из боковых зеркал и правильная геометрия боковых камер. В теории минимальная точка расположена здесь, и здесь будет стекать все капли. Помимо 20-дюймовых дисков, вы можете увидеть войлочные арки. Тоже дополнительная шумоизоляция, которая будет отличным плюсом для владельца. Очень красивые диски, и вот эти части — это пластик, дополнительный декор. Их можно убрать, но, как по мне, мне кажется, выглядит очень стильно и круто. Давайте пробежимся по стеклам. Стекла во всем автомобиле используются Фуяо. Только вот эти вот дополнительные секции, которые дополнительно сделаны, чтобы вы видели всех прохожих в слепых зонах. Это большой плюс. Сделаны компанией Saint-Gobain Securit. Попробуем замерить толщину лакокрасочного покрытия. К сожалению, ни в одном ресурсе я не смог не найти информацию по оцинковке данного автомобиля. Давайте с вами хотя бы замерим лакокрасочное покрытие. Пробуем замерить капот. 128. Неплохо. Боковые крылья. 413. Чё-то как-то много. 364. Пишите в комментариях, господа, что думаете. Крыша. 120. Отлично. Дверь. 204. Блин, вообще отлично. Верхняя часть кромки двери. 240. Заднее крыло. 119. Спойлер, наверное, у нас пластиковый. Угу. 107. И задняя часть крыши. 111. Вполне неплохо. Стойки автомобиля. 127. И задняя часть багажника. 121. В данной комплектации, к сожалению, есть сервопривод, но нету открытие с ноги. Но зато смотрите, как интересно сделали. Конечно же, здорово, что в автомобиль можно открыть заднюю дверь багажника с помощью смарт-ключа. Но если у вас, допустим, он у жены находится, вы можете принудительно нажать
на кнопку открытия. Она расположена в бампере. Конечно же, сервопривод можно настроить по высоте. Вот максимальная высота сервопривода. И хочу сказать, что хоть у меня рост 2 метра, я вполне здесь помещаюсь. Хотя, если я сделаю шаг назад, конечно же, будет не особо удобно. Но, друзья, обратите внимание, здесь есть светодиодные лампочки. И они направлены именно на багажную часть загрузки. Отличный, замечательный плюс. Раз уж я здесь, давайте мы с вами сделаем обзор багажника. Задняя часть имеет небольшой порог, как вполне он для погрузки абсолютно удобный, замечательный. То, что он не такой высокий, это большой плюс. Механизм сервопривода закрыт. Хочу отметить, что сварка в данном автомобиле сделана очень хорошо. Сварной шов идеально ровный. Третий ряд сидений можно регулировать. Сиденье имеет два положения. Первое и второе положение. Замечательно, удобно все сделано. К сожалению, их нельзя убрать полностью. Вот такие дополнительные чехлы вы видите в данном автомобиле. Для того, чтобы скрыть внутреннюю часть карпета. И давайте покажу я вам подпол. К сожалению, в данном автомобиле, как на всех современных автомобилях, допустим, Peugeot Citroën, в автомобиле нету докатки и запасного колеса. Есть только ремкомплект и насос, который вам потребуется. Зарядки мы поговорим попозже. И есть замечательная возможность для путешественников. Подключаете порт медленной зарядки справа, который расположен автомобиля. И с помощью него вы можете заряжать, допустим, бытовую технику, которую вы взяли с собой в путешествие. Очень хорошее решение. Крышка багажника вот этого подпола твердая и выдержит любую нагрузку. На задних рядах сидений есть дополнительные держатели ремней безопасности. Достаточно просто его вытащить и обратно убрать. Очень удобно. Все обито карпетом. Есть место для шторки и есть подстаканники для задних пассажиров. Отличный плюс. И вы можете видеть, конечно же, что весь багажник обит карпетом. В верхней части автомобиля расположены на потолке секции светодиодных лампочек. И, конечно же, во всем автомобиле есть воздуховоды для задних пассажиров. Расположены они по бокам сверху. В автомобиле, конечно же, есть панорамная крыша и шторка для панорамной крыши. Единственный недостаток, который я вижу, нет USB-портов для третьего ряда сидений. Но да бог с ним, это не так важно. Зато есть прикуриватель для насоса. Тоже замечательно. И есть, конечно же, транспортировочные проушины в четырех местах. Друзья, давайте сделаем замер нашего багажника. До задней спинки сидения второго ряда мы и получаем 110 сантиметров. Теперь меряем до конца передней спинки в сложенном положении. И до порога получаем 174 сантиметра. Вполне неплохо. При этом наклон есть, но автомобилю, если положить дополнительный матрас, можно переночевать. По высоте получается 72 сантиметра. Это опять же с чехлом дополнительным. Ширина погрузочного проема 104 сантиметра. И самая узкая точка это между арками, которая получается 100 сантиметров. Также в автомобиле есть кнопочка, с помощью которой можно закрыть полностью автомобиль. Закрывается пятая дверь багажника и автомобиль закрывается. А сейчас, дорогие друзья, самое время подписаться на канал, поставить колокольчик и не пропускать мои видео. Спасибо. Бардачок автомобиля с микролифтом. Очень приятные отделочные материалы. Обратите внимание, как сделали пластик под металл. И, конечно же, контурная подсветка в автомобиле очень элегантно смотрится. Но, опять же, китайцы решили немножко использовать дополнительно глянцевый материал. Понятное дело, здесь, в принципе, никаких царапин не будет. Но, к сожалению, в мультимедийной части, вы сейчас видите, как бликует сильно этот маркий пластик, его нужно будет в любом случае в какую-то элегантную пленочку, либо аксессуар с Алиэкспресса заказать, чтобы сохранить его вид. Но при этом выглядит все очень добротно и дорого. В автомобиле еще присутствует отчетчик для водителя. Солнцезащитные козырьки из очень мягкого материала имеют подсветку и закрывают боковую зону остекления на 60%. Зеркало заднего вида с автозатемнением. И данный автомобиль комплектуется вот таким интересным ковриком. С виду он из эко-кожи, но дополнительно имеет вот такой ворс для того, чтобы там оставалась влага. Интересно, очень сделано. Конечно же, в автомобиле есть подсветка для ног. И мое любимое место в автомобиле
где обычные производители используют губки, здесь стоит пластик. Никакой влаги не должно скапливаться. Большой плюс. И еще один плюс данного автомобиля – полностью закрывающие пороги. И здесь есть еще резиночка. Пороги автомобиля всегда будут чистые, и ваши пассажиры при покидании данного автомобиля не будут пачкаться за грязные пороги. Тоже плюс. Сейчас вы можете увидеть отделку боковых дверей автомобиля. Полумягкий пластик, обшитый такой небольшой кожей. Более ниже мы видим вставку под металл и дополнительную подсветку в дверях. На выбор, если не ошибаюсь, около 30 цветовых гамм можно сделать в данном автомобиле. И вставка из эко-кожи. На удивление, рыжая строчка очень даже приятно смотрится даже в белом автомобиле. Но опять же, вставка из маркового глянца. Ну, что ж поделать. Современная писк моды. И, конечно же, органайзер. Также там расположен дополнительно коврик. Ручка под металл. И здесь тоже резиновый коврик присутствует. Давайте посмотрим задние двери. Здесь китайцы не сэкономили. Сделали все точно так же. Приятные материалы отделки. И в дверях мы не видим металла, так как он закрыт пластиком. Также и имеется вот такая вот дополнительная бархоточка. И два контруплотнения. По функциональности все точно так же, как и спереди. Задний ряд сидений. Как я уже говорил, есть держатели ремней безопасности. Очень массивное контруплотнение. Посадка в автомобиль комфортная. И сейчас вот можно услышать, как работает вентиляция в данном салоне. На подлокотнике нас встречает надпись «Build Your Dreams» и сенсорное управление потоков воздуха и настройку температуры. Если посмотреть ниже, есть подставка для телефонов. Можно сюда просто положить два телефона, если они не особо большие. И, конечно же, есть два USB-порта и зарядка на 220 для вашей техники. По центральному подлокотнику, к сожалению, лючок для лыж отсутствует, но смотрите, здесь есть подлокотник, обитый бархоткой, дополнительной секцией и металлизированными вставками. И, конечно же, в данном автомобиле есть регулировки сидений. В таком положении вы можете пустить вашего ребенка на задний ряд сидений. Также сиденье регулируется по наклону во многих плоскостях. Продемонстрирую для вас задний ряд сидений. Настроюсь покомфортнее. Отодвинул сиденье максимально назад. Смотрим. Я ростом 2 метра. И надо мной, в принципе, еще есть небольшой запас с ладони. Для того, чтобы я не касался волосами или головой за крышу. Тоже очень комфортно. При этом для моих ног довольно-таки достаточно места. И вы можете, конечно же, увидеть, что есть пластиковые вставки. Из приятного, кстати, пластика. Он не мягкий, но он такой, как будто soft-touch пластик. И сеточки для документов. А теперь я хочу детально показать, как сделана строчка в данном автомобиле. Идеально ровная. Давайте посмотрим заднее сиденье и заднюю карту двери. Тоже все очень идеально. Китайцы просто молодцы. Даже на пластиковой вставке имеется тоже строчка комбинированного цвета. Здорово, что можно сказать. Сиденье в автомобиле полностью с перфорацией и имеет вот такую вот, как говорится, драконья чешуя. Выглядит очень интересно. Давайте посмотрим переднюю часть автомобиля. К сожалению, жалко, что нет регулировки вперед-назад у подголовников. Но, опять же, мы видим очень интересную структуру водительского и пассажирского сидения. Настройки сидения. Вы можете ездить вперед-назад. По высоте, к сожалению, нет никакой настройки у пассажира. И наклон сидения. Они электрические. Опять же, хочу отметить материалы отделки. Я просто поражен. Качество на уровне. Soft-touch пластик с имитацией эко-кожи. Есть беспроводная зарядка для вашего телефона, смартфона. И открытие центрального бардачка. К данному автомобилю также идет в комплекте караоке-микрофон. Два USB-разъема, 12-вольтную зарядку в прикуриватель и карточку для microSD для того, друзья, чтобы вы могли на вот этом крутом мониторе, который умеет делать вот так, могли, допустим, зайти в главное приложение
и смотреть запись вашего видеорегистратора. Так же, как реализовано, допустим, в Geely Coolray, автомобиль запишет видео в Full HD, и пока автомобиль заведен, он пишет полностью на свой видеорегистратор все происходящее снаружи, на переднюю камеру. Но работает это, если вы поставите, конечно же, флешку. И теперь водительское сиденье. Как вы видите, тут тоже вставки под алюминий. Пороги чистые. Водителю можно открыть задний багажник из салона. Тоже большой плюс. Теперь мы видим, как реализовано здесь AeroGlonass. Но это не окончательное решение. В дальнейшем его расположение будет в более удобном месте. Здесь есть дополнительная кнопочка. Вы ее нажимаете, и у вас дополнительный бархатный ящичек. И дополнительная подсветка очень придает элегантность. Друзья, водительское сиденье. Давайте я вам покажу по его настройкам. Можно изменять наклон самой подушки. Сиденье регулируется вперед-назад и по высоте. И по наклону в 6 положениях. В автомобиле очень хорошая шумоизоляция. Я ничего не слышу извне. Сейчас мы сделаем более комфортную температуру. Климат-контроль трехзонный. Вы можете сделать сразу 3 потока. На лобовое стекло, на голову и на ноги. И они работают сразу в 3 режимах. Большой плюс. Также можно регулировать задний ряд сидений. И есть функция ионизации воздуха. Можно включить вентиляцию, подогрев сидений и ионизация воздуха. Сейчас у нас в салоне очень хорошо. Монитор 12,3 дюйма. Очень хорошая детализация картинки. Давайте мы вернем в обычное положение. Да, все отлично работает. При этом жалко, что на выбор есть только 2 языка. Китайский и английский. Приборная панель в автомобиле очень информативная. Есть козырек. И даже наклеена еще заводская пленочка. Тоже большой плюс. Не все производители это делают. В автомобиле есть эко-режим, спорт-режим. Управляется он с помощью данной кнопки. И также есть нажатие на данные кнопочки. Таким способом. Есть джойстики. Кнопка включения. Очень интересная на вид. Подстаканники. И шторка. Воздуховоды расположены очень в удобном, как по мне, месте. В общем, по дизайну в данном автомобиле просто 5 баллов из 5. Руль автомобиля скошенный снизу, очень удобный, очень толстый на ощупь, и кожа Nappa. Блок адаптивного круиз-контроля. Есть возможность переворачивать дисплей на самом автомобиле. Давайте заценим камеры 360, друзья. Передняя камера, боковые камеры и, конечно же, режим 2 камер по бокам. Передняя камера в более детальной версии. Также есть режим 3D. Детализация, как по мне, отличная. Акустика в автомобиле. Хай-фай звучание. Видеорегистратор в автомобиле записывает со звуком, так как есть дополнительная стереопара микрофонов, и качество записи микрофонов отличное, и ваш собеседник будет вас хорошо слышать по громкой связи. И здесь вы можете даже увидеть, вот как работает увеличение какой-нибудь картинки. Хочу сказать, что система открытая, к сожалению, пока только английский и китайский язык, но при этом есть Play Market, и вы можете поставить любое приложение, которое вам хочется. Друзья, 50 минут уже прошло, и я потратил всего лишь 3% от батареи. Остаточный путь 307 километров за 50 минут. Друзья, данный автомобиль находится в автосалоне Автолайт на Прокатной улице 7, город Москва. Вы можете приехать, сделать тест-драйв данного автомобиля и, конечно же, приобрести его. Также данный дилер работает официально с брендом Haval, GAC и Cherry. Поэтому рекомендую данного дилера Автолайт для покупки автомобиля и проведения плановых технических работ. Ссылочки будут в описании. Но вы можете заказать и другую модификацию данного автомобиля, побольше, поменьше, гибрид, не гибрид. И здесь, конечно же, в автосалоне Автолайт Электро
И есть автомобили в наличии, как, например, Баик EU5 с запасом хода 420 км. Более подробная информация по ссылочке в описании. А теперь о технической части автомобиля поможет мне рассказать Алексей, руководитель отдела продаж. Алексей, тебе микрофон. Автодилера Автолайт Электро. Всем привет, привет, Дима. В общем, смотрите. Это здоровенный полноприводный кроссовер, но не в максимальной комплектации. То есть можно еще добавить несколько электронных фишек и большие 22-е колеса. Машина полноприводная, спереди стоит электромотор на 180 кВт, сзади на 200, все вместе дает 518 сил. Машина жутко быстрая и интересная. Заявленный разгон 4,4 до 100, максималка ограничена 180 км в час. У машины два порта зарядки, один с левой стороны, один с правой. С правой стороны порт медленной зарядки. Машина может принимать на мощность либо 3 кВт, либо 7 кВт, а сети 220 вольт. Трехфазную сеть машина не поддерживает, к сожалению. Поэтому заряжать батареи 82 кВт придется довольно долго. С левой стороны у машины порт быстрой зарядки. Напомню, все разъемы у машины GBT, это китайский стандарт, то есть они с нашими CHAdeMO, либо CCS Combo 2 несовместимы. Поэтому про быструю зарядку на данный момент забываем, даже у нас не работают в стране переходники. То есть быстрой зарядки постоянным током у нас не будет. При этом мы получаем очень много плюсов. Первый – это отсутствие транспортного налога как такового в Москве и в области. И есть слухи, что будут еще в некоторых регионах эти преференции. Также бесплатная парковка на всех муниципальных парковках Москвы. Ну и обсуждается то, что, может быть, будут пускать на выделенные линии и проезд по платным магистралям. Но это посмотрим. Заглянем под капот. Никто никогда не заглядывает. Обычно все ждут там какой-то багажник или емкость для вещей. Однако здесь пластик, но очень редко этот пластик снимается. Я вам покажу, что находится здесь внутри. По сути, здесь должен быть в гибридной версии бензиновый двигатель, но сейчас мы видим инвертор, видим пусковой аккумулятор, там находится у нас электродвигатель под низом. Обслуживать здесь практически нечего, можно сюда и не лазить, но все понятно, все четко и все ясно. ТО на машине каждые 17 тысяч, но в основном это сводится техническое обслуживание к осмотру машины и проверке основных узлов и агрегатов. Как такового здесь ремонтировать ничего нечего. Ну, подвески – это как на всех. При этом машина жутко динамичная, едет очень хорошо. Я не скажу, что мы управляем здоровенным 5-метровым кроссовером. То есть она больше напоминает такой спортивный болид. Она сбитая, быстрая и очень хорошо рулится. Друзья, вот такой вот интересный обзор получился на BYD Tank. Ну что же, друзья, не забудьте поставить лайк этому видео и написать в комментарии, готовы ли вы покупить китайский автомобиль электрический с полным приводом за 5 500 000 рублей. Жду вас в комментариях. Всем огромной удачи, здоровья и пока, друзья.